Всем привет! Решила я сегодня покраситься оттеночным бальзамом маской 25-й тон каштаново-перламутровой. Я отращивала свои волосы. Вот тут они выгорели, как бы светлее, кажется, вот на висках. Ну вот мой натуральный, как они темные. Хочется быть естественной. Как бы вот такой у меня цвет. Буду краситься, сейчас покажу результат. Буду держать где-то минут 40. Проверим. Соответствует цвет, не соответствует. Вот такой получился цвет, который рыжеватый. А цвет на дневном цвету. В принципе, мне понравился цвет.